Стоит только пожелать, захотеть, можно бездну нахую повертеть, или в руки взять алмазную плеть и разверзнуть ей небесную твердь. Только если ты не божество, обычное ничтожество, то придут к тебе хачи в темноте, на одежде вырезать декольте, да в кромешной вырезать в темноте, на груди и на спине декольте. Если правильную выбрать стезю, можно выебать плерому всю. Если грамотно возвысился ум, временной сосет континуум. Только если ты не высший бог, а никчемный забубенный лох, для тебя наступит вечная тьма и поглотит навсегда шаурма. Да наступит планетарная тьма и галактики пожрет шаурма. Ты сознательно пугаешься бездн, ты ничтожен и препезден. Надо было имманентно неса оставаться в рамках гнозиса. Только если ты, брат, не архонт, если можно взять тебя на понт, то придет к тебе чеченский гештальт, чтоб свой логос погружать в перистальт. Так что помни, мой любезный друг, кто ты, чмошник или демиург? Или придет к тебе чеченский гештальт, твой кишечный разрушать перистальт? Да придет к тебе чеченский гештальт, твой кишечный разрушать перистальт.